Говоря, плохо помню игры Ля Вайпера. Опа, Halfling Chef. Как я... Стоп. Ля Вайпер теперь играет на Норсах? Ага. Ага. Ясно. И он купил на трансферах, видимо, Тровера Нексдора. Ну, в принципе, норсы с закосом под Гачимучи это хорошо. Поглядим. Прошки решили не бить лос норсов. Еще раз. Прошки решили не бить норсов. Прошки не бьют норс. Нулевых. Ну, как бы... Я немножко знаю, чем кончится матч. Я имею в виду в плане травм. Поэтому я, пожалуй, скажу, что прошки заслужили. Ну, не знаю, Ситар. Мне кажется, можно было организовать удары... Там было 3 удара с блоком. Я бы побил бы. Я понимаю, что минус 3 РР это обидно, но я бы побил. Пас последней надежды. Да это все по моим конспектам. Да, у норсов шеф. Фол. Ну... Ладно, ладно, ладно. Пока просто посмотрим. Фол против такой команды. Это еще и фол линейки. Я... Да, хэмпа, я же сказал. По моим конспектам играет. Я что-то тоже в прошлом сезоне хэмпэшил как... Да, то есть прошки не бьют лос, но фалят линейку. Я тоже... Немножко не улавливаю лейтмотивы. Как у нас там новый мем есть? Believe in society, да, ладно. У нас турнир по поддавкам начался или чё? Я... Я... Извините, я сейчас приду в себя просто. Что-то как-то прям настолько сильно началось, что... Матч заряжен силой земли, по-моему, пацаны. Вот. По крайней мере, огурец кое-где я чувствую. Так. Ля Вайпер играл без включенных всех навыков и не увидел там СС-а. Извините, пожалуйста, я... Я все понимаю. Окей. Окей. В принципе, звучит разумно. Почти как перепутать мумии в вышке. Врача позовите, пожалуйста. Ладно. Если кто не знает, в последней игре вышки... Товарищ не он спутал мумии. Он забыл, что только у одной мумии есть БТ. И сделал блиц в клетку той мумии, у которой нету БТ. План, к сожалению, не удался. Идея была хорошая, но она не удалась. Вышку. Я напомню, это вышка. Просто, чтобы вы знали.
Хороший скатер для норсов. Ладно, я почти пришел в себя. Жалко, что не удался. Но если бы удался, это, конечно, был бы хороший психологический удар, Ситар. Соглашусь. Ну, неплохо. Я смотрю, как бы недостаток нажатия одной кнопки, чтобы увидеть навыки, Лавайпер заменяет как бы неподдельным скиллом. Приятно посмотреть, что человек, собственно говоря, готов. Думаю, что в этот момент Бёрдман немножко, как говорится, понял, что не понял, куда он попал. Но тут стоит признать... Не подбор мяча. Ты решил не подбирать мяч, потому что что? Я... Ладно, я спокоен. Ты пойман за руку, как дешевка. Ты дешевый вор и главный лжец. Дешевка. Ты дешевый подлец. Ты дешевка. Ладно, это 1000 IQ play. Окей, это 1000000000 IQ play, пацаны. Без единых разговоров это просто гениальный плей. 100 из 100. Такой вот... Эта игра, зачитанная на 1000000000 шагов вперед. Мое почтение. Я даже подумать не мог, что Лавайпер настолько круто шарит в игре. Вот это заманивание, оно прям всем заманиванием заманивание. Я не знаю, что сказать. Это прекрасно. Нет, Камбио, эту игру я узнал только по наводке Калина. Спасибо Калину за наводку. Потому что вот, когда ты уже думаешь, что чудовищнее быть не может, вот, оказывается, что может. Тычок? Удивительно, что не смерть. Я так, к слову, сказал. Сейчас будет не подбор. Ну, ладно. Я почти испытываю сочувствие к... Я почти испытываю сочувствие к прошкам. Эй, эй, эй! Ты зачем мяч подобрал-то, лол? Какой мяч? Ты шо? У меня просто... А чей ученик Лавайпер? Или он самоучка? Просто интересно. Не могу распознать школу. Обычно я распознаю, кто чей ученик, но глядя здесь, у меня нет ответа, чей ученик Лавайпер. Алмаз неограненный. Он довольно старый игрок. Ну, ладно. Старый так старый. Я бы сказал, как в старой шутке на тему «Я стар, я очень стар, я просто супер стар». Вот это, видимо, про Лавайпера. Нет, ну... В
Привет, Клейман. Спасибо тебе, Red Archer, за подписку. Я в легком шоке с того, что делает. Как же нулевые норсы делят на ноль? Нет, но видно, что Лавайпер имеет скилка. Ладно, без вопросов. Я чувствую, что Лавайпер на скилле. Может быть, сразу, конечно, этот скилл не так распознается, но вот спустя пару ходов я прям понял, что Лавайпер силен. У меня были легкие сомнения, но сейчас я понимаю, что он хорош. Чертовски хорош. Я прошу прощения, я не сразу распознал этот неограненный алмаз. Вот так вот. Классное прикрытие от подкатера. Какие хорошие кубы у эльфов. Класс. Опа, сила. Аптеки-то нет. Я считаю, что потрясающее начало сезона прям. Господи, извините, вот я. Это прекрасно. Просто 100 из 100. Мое уважение. Как же классно играет. Я в восторге. Лучшая игра дня. Я еще раз спасибо Клину. Да, Китон вчера побыла карасиком. Да, посталим. Действительно. Самое время посталить. Ну, 5 РРов. Зачем РРить, когда есть куб в мяч? Как же играет Лавай? Просто вау. Мое уважение. Начать с удара пилой, это вау. Я боюсь спросить, а зачем подбирать прокачанным тровером, если у тебя 5 реролов, и ты можешь попытаться поднять мячик берсерком, и это то же самое. В этот раз Хафлинг Шеф не так хорошо сыграл, но что-то мне подсказывает, что это не сильно поможет эльфам. Ладно, Ситар, признаю, шутка про три куба смешная. Шутка смешная, а ситуация страшная. Ну, мне кажется, что как бы у Бёрдмана, по-моему, почти каждый сезон первый матч примерно такой же. У него вот в прошлом сезоне была потрясающая игра против... Нет, в позапрошлом он начал с Виталикта, а тут я не знаю.
В прошлом сезоне у нее тоже, по-моему, что-то говёное было. Да, давай побьем сайдстеп с подкатом. Тут шестерка. И один Д напоследок. Хорошо прям. Классно играет. Вот просто алмаз. Нет, ну я говорю, эльфы, я в самом начале сказал, что учитывая, чем закончится игра, эльфы заслужили. Просто как-то они слишком сильно заслужили. Ну я бы сказал, что даже Ситар, ты с Грейбанни поступил более человечно, чем Лавайпер поступает с Бёрдманом, я так думаю. В тебе как-то чувствовалась глубокая любовь к эльфам, а тут прям без пощадки. Нет, ну, по Вайперу видно, что это будущий чемпион по ББ2. Тут как бы двух мнений быть не может. Пятый армор вытерпел. Ну, я понимаю, что мне бы с Лавайпером было бы страшно играть, потому что, ну, такой неистовый скилл не контрится. Вау, эльф кинул додж? Такое бывает? Подозрительно, вам не кажется? Эльф, да еще и додж кинул. Пятый армор опять выдержал столкновение с земной твердью. Так что Лавайпер знает, как снимать сайдстеп? И он даже делает это грамотно? Нет! Ну ты... Ладно, все спокойно. Спокойно, все нормально. Я рано накаркал, по-моему, сказал, что знает, а там дальше как... Ну, окей. Хорошо. У меня ощущение, как будто я какой-то снафпорно смотрю. Ну так вот. Это многое бы объяснило. Вы не подумайте, я не жалуюсь, просто... Вы играли в Metal Gear 5? И там был такой момент, когда вот это вот... Snake, why we are still here? Just to suffer? Вот у меня примерно такие ощущения. Ну, едьте качнули. Восемь часов. То есть, да, в 6 часов по Москве. В 10 началось, в 18 закончится. Жаль. Справедливо. Смерть? Странно. А какую именно песню, Ваних? Я боюсь, что у Летова, скажем так, довольно неограниченный список песен, которые можно поставить. Все идет по плану. Мне она кажется менее всего подходящей.
Я вот люблю вспоминать мышеловку. Что там еще? Есть еще одна песенка, но ее на Твиче, наверное, лучше не говорить. Насчет все летит в... Ну, шестерка. Ходит. Я даже не знаю, просто к кому это больше относится. В принципе, я согласен с тем, что Бёрдману осталось только лежать. Как говорят обычно в таких случаях, лежать сосать. Ну вот. Неужели он забьет Берсерка? Ничего себе! Это гол Берсерка? Вау! Дарквинг продолжает не бить лос. Надо было ульфом забивать. Да, наверное, да. Я не знаю, почему на 16-й не бьется лос. У меня ни одной догадки нет. Ну просто, понимаешь, Брайт, он не верит, что 7-й армор может ломаться. Вот он получил 6 травм от нулевых норсов и не верит, что 7-й армор может ломаться. Довольно неожиданная вера, правда. 13, 16, 20, 24 опыта. Нулевые норсы заработали 24 опыта в первой игре. В сале. Да, бывает. Бёрдман! Родной! Мы хотим у тебя спросить одну вещь, почему ты не бьешь лос? Просто интересно, расскажи нам.